масло черного тмина. Почему же оно такое полезное? Это очень сильное лечебное масло. Мощный природный антиоксидант и иммуностимулятор. Воздействует комплексно на весь организм. Хорошо повышая иммунитет. Богатая необходимыми организму человека витаминами, минералами и биологически активными веществами. Насыщенная природными антибиотиками и иммуностимуляторами, обладающая широким набором полезных свойств масла черного тмина, на протяжении многих столетий традиционно находит широкое применение в народной медицине стран Ближнего Востока. Масло семян черного тмина обладает различными целебными свойствами для внутреннего и наружного употребления, противогрибковым, антибактериальным и противовирусным действием. Помогает в снижении веса и снижении уровня холестерина в крови. Стимулирует выработку костного мозга и является идеальным средством при лечении и предотвращении развития раковых опухолей, что официально подтверждено исследованиями в США. Нормализует уровень сахара в крови, используется при аллергиях любого рода. В Коране при упоминании о черном тмине пророк Мухаммад сказал: «Черный тмин является лекарством от всех заболеваний, кроме смерти». Приобрести свежайшее масло черного тмина вы сможете в магазине «Феникс» по ссылочке в описании под видео. Наше масло отжимается непосредственно перед отправкой. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.